И также Владимир Путин пообещал господдержку всем ветеранам Великой Отечественной войны. Президент провел заседание Оргкомитета «Победа». Глава государства особо отметил проект «Бессмертный полк», когда потомки победителей несут портреты фронтовиков, которые не дожили до сегодняшнего дня. По словам президента, необходимо пресекать любые попытки искоренить и исказить историю Второй мировой войны и принизить роль России в победе над нацизмом. Патриотическое воспитание, по мнению главы государства, должно быть органичной частью жизни общества. Ветеранам Великой Отечественной войны Путин пообещал геополитическую и государственную поддержку. Сотрудничество с Минобороны по проекту «Память народа» должно быть продлено, считает президент.